все уходим на метку движения вправо. По железке не идите. Полностью вправо. Сейчас надо найти, откуда они шли. Очень много перебегало. Да мне МСП. Водителя снял. Левидиев. ВТК здесь? Да. Бежи сразу в точку, на последний этаж, вверху. Здание завода. По лестнице там вверх. Знаешь где или нет? Да, да, да. Самое такое центровое. Ты загрузился же? Да, гружусь. Я создал отряд, заходите быстрее. Ко мне кто загрузился, я Жеке передам складного. Бегите быстрее. Эрик, ты знаешь, что делать тогда? Просто заспаунтесь. Шпрот, ты тут? Нет? Да, я зашел. Куда ты что тут делаешь? Я не знаю, меня просто никуда не распределили. Ну а ты вообще спросил, нет? Чё, куда? Ты, возможно, сейчас лишний будешь, потому что ты поставил метку в последний момент. Ну грузит, ну шо я тебе, рожу его быстрее или как? Ну ты что, не выйти? Подожди пока. Сиди пока. Верни пулемет, ты же не пулеметчик, возвращай. Да, блять, куда, реально. Спросил бы хотя бы что пора. Пока что берешь медик, все, что тебе можно дать, либо стрелка обычного с патроном. Найти минометы. Минометы очень сильно MSP делают. В точке, можно. Командир. Я спавнюсь на MSP, буду искать их. Слышу минометы. Да, иди за минометом. Миномет это приоритет, да, ищите их. Слышишь справа тебе, DVD. Слышу их, Жек. На мне заходит пехота. С автоматикой. Уходите вот вверх, вверх метр, уходите. Вроде сдавай ко мне. Миномет надо как слепи, можно быстрее убрать. Он заложил деньги. Идем ставить номер Али. Что, продолжает вас бомбить? Еще будут мины, но я думаю, последние. Они затем. Там надо выкопать их. Выкопать я их бегу. Надо. Все отлично, минометы если убрали, отлично. Точку двигаемся. Двигаемся налево, налево все уходить. Если есть здание, то здание надо забрать. Жек, меня убили, я их убил тоже. Две, у них две машины логистики взорваны. Они перемещаются к базе, они просто бежали к базе. Ралик вам облочили, пацан. Ралик красный.
проебали, блядь, первую точку. Наступайте. У них командир зашел, а наш отряд почему-то не зашел. Да. Отра, блядь, если ты отошел, блядь, в самом начале, ты мог бы дать просто зайти в отряд сказать, я бы зашел бы за командира стороны. Это не просто, блядь, ушел. Ушел. Я мне с точки выбили. Уходите на запад, пионеры. Два раза. Пионеры. Пионеры базука, уходите на дальний запад. Остальные тоже, кто умирает, вставайте на этой самой, на точке, уходите на запад на метке. Противник уже на точке, Жека, на нашей. На мне, Эрик, Буда, на мне будет. Вражеский ралли за мне. На мне будет, Буда, закинь гранат. Взорвал? Да, взорвал раллик. Вот был возле этой мачты. Возле мачты. В бункере стоял. Жека, сзади. Сзади тебя. Полежи пока. Уходите все на запад. Вставайте с МСП, с верхней западной МСП все вставайте, на метку движения уходите. Все встаем с МСП западной. Мы можем сейчас зайти я в город. Я опять слышу что-то. Скажи. Жека нашел ролик. Дороги. Давай. Взорвал, нет? Нет, только бегу к нему. Сейчас взрываю. Взорвал. Заходим в город. Заходим в город. Медик, останься на... На зданиях останься. Эрик, вылезь на башню. На башню вылезь, посмотри бинокль, Эрик. Окей, окей, окей. На радиостанцию. Да, хорошо. Слева от нас, Иван. На мне двое же с садистом. На мне. В переулке побежали дальше. Блять, пока я пил воду в кусты. Прямо на этой дороге будет радист. Они сзади и там, где DVD. С двух сторон. Жека сбоку. Двое там был. Убил. У меня еще двое. Гранату, быстрее на меня прям гранату. Бля. На ралике вставай. Будет ко мне сейчас, они поднимать своих, они сейчас своих поднимать будут. Ралли красный, ралли красный. Убил его? Да, блядь, да, да. Бар ебаный. Бар, блядь, не убили ты. Я на раллике убил. Он это с метки атаки идет. Не знаю, метки они к вам пришли? Да. На ралли пришел не сзади? Да. На ралли сзади. На ралли сзади шел. Я его убил. Там еще пара, осторожно у вас. Ребята, они от вас пошли. Поднимите. В город. Вы их догоняете, они в город заходят. Опять сзади. Они сзади приходят, ребят. У них что-то Жек, они, стоит. Они, на западе. Сейчас. Они с первой точки идут, прямо оттуда вышли. Я убил там одного.
Куда ты сейчас смотришь? Жду помощи. Хил. Будто слева от тебя враги лежат. Вон дым слева тебя. Где ты их слышишь? В стороне мейна. Я спавнюсь на МСП, может, лучше? Или так добегу, тогда поднимайте меня быстрее. Приходит оттуда, оттуда приходит. Сверху тоже еще. Сверху тоже не видимся. Пионер, уходи на метро, ищи. Бла-бла, уходи за этими, за... Радист, ты меня поднимешь или нет? За минометами. Все остальные концентрируйтесь на меткоатаке. А, вижу, откуда он бежал по дороге, сейчас бежал. На вас бежит один. Там еще одни Эрика бегут. Убили. Да, они бегут с мейна. Они вереницы с мейна бегут. Ралли красный, ребята, у вас ралли красный только. Кто-нибудь поднимите, пожалуйста. Сейчас, погоди, я встану на... Ганда. Блять, надо уже быстрее самому вставать, блять, пока что. Нашел обычную машину. Нигде не вставайте, Ради, вставай на западный. Хотя... Подожди пока. Все ждите. Бла-бла, на нашей МСП едет очень быстро какая-то танк. Я слышу миномет, ЖК туда отправил, там еще значок ФОБа. Уточни, за там ФОБа или нет, что это? Медик, ходит к тебе на радиовышку. Кто, на кого складной перепад? Окей, на меня. На тебя. Давай на... Можешь уточнить у логиста, у СМДшного, там, подожди, что, нет, не могу уточнить. Вот такая, он по подожди, полю бежит могу. На меня. Выбежал на меня по полю. Автоматчик. Да я понял. Я гранат хотел. Они занимают радиостанцию. Да, они сейчас в округе ищут, видно, наш этот ралли. МСП заблочено, блядь. Передай назад. Ой. Не могу тебе передать, подожди. Я бегу по полю. Жди. Вы не нашли? МСП разблочено, значит, машина нашел проехала мимо. Рядом с ними. Я нашел логистику, которая заблочила нашу МСП. Я за ней бегу. Короче, уже вы нашли вот эту, что здесь была, или нет? На западе от раллика. Откуда они идут? Мы не нашли, откуда они возрождаются. Прямо на мне стоит машина. Прямо на мне машина. На мне машина прямо. Я знаю. Чья? Спасибо. Американцы, конечно. МСП или кто? Просто машина, похоже. Минометчиков нашел, но они меня тоже встречают. Радист, сейвся, полностью уходи вверх. У нас сейчас будет долгий ралли пропадет, короче. Жека, слышишь, ты знаешь, что на сейф сейчас будет ФОБа стоять? Жека, на там, меня там прямо уже нету. Куда я смотрю? Скажи, что там сейчас ФОБа будет стоять. Пусть займет кто-то. Потому что мы не в точке. А ралли минута. Они сюда эту логистику привезли. А на мне миномет. И Жека, поставь точную метку прямо на меня. Угу. Ты сможешь обновить. Артиллерия с ихней стороны. Уходим в город, ребят. Жека, Мерич, еще север, перед тобой там? Один на башне сидит, на вышке. А
Они после нашего ролика перестали идти, да? Передо мной здание, передо мной союзник, помедленнее. Тебе поднялись? Не надо лучше. Не рискую. Он там один. Слева, слева, слева от вышки идет. Они снизу идут. На мне пропустили снизу, очень много снизу идет. Вставайте. Я про это говорил. Вставайте с ралика. Командир, я подумал. Прикрой. Спасибо. Уходите вниз, мы сейчас будем сливать точку. Ралик у меня слева. Взрывайте ралик. Отходи, отходи. У меня, прямо мне. Там справа тебя будет, УТК. Блин, лут лаги нахрен. Меня тоже. Минута 30, ребят. 30. Ралик навить. Буду, он на дороге стоял или где? А, вот. А МСП ближе не получилось подвести? Нет, там красная есть, зона. Все, уходи, уходите, Шрот. Уйди, гранату сейчас. Ну идемте, еще может успеть. Арта на мне начинается, не подходите ближе. На мне прям противник. Все, захватили они. Входите в город. Бля, Жек, мне кажется, надо заканчивать. Надо так играть открыто. Вон Алекс слева. Это бессмысленно, что мы сейчас делали. Ребят, давайте занимаем бэк-ярдс и все. Воюем в городе уже. Бессмысленно вот это опять всем заниматься. На отметке 67,80 противник идет в вашу сторону, командир. Включайте. Медик, аккуратнее буду. Буду тут впереди противника, я убил. Они могут его поднимать, аккуратнее смотри. Жека, сзади тебя, блядь, Жека! Пионер, уходи с бла-бла, туда, на запад. Пионер, ты должен бегать вот сейчас из бла-бла вниз. Так вы тогда бегайте в точке, блядь. Они как, блядь, сейчас уже настроены? Противник! Еще двое здесь. На метке 80, будет осторожно, сейчас будет справа от вас пулеметчик. Перевези ее. Куда перевести метку? Просто западнее, да? Северный точнее поставить, да? Бла-бла, смотри,
вот дальше, возможно, вот куда Жека поставил сейчас место приближения, там, возможно, фоба будет вражеская, возможно. Вот. Жека, еще раз говорю, доехала логистическая машинка, я ее так и не смог обнаружить. Уже на тройке стрельба. Ребята, в точке не тусуйтесь, я говорю, двигайтесь. Миномет на мне, прямо на мне, один. Ты же говорил, что там кто-то был. Я его выкапываю, но где-то, возможно, еще. Может, эта точка была, может, нет. Но я его выкопаю, сюда не надо было. На бэк-ярд заходит за Норза свет. Пабло, ты мысли пропустил. Блядь, ну видишь, я не передо, могу быть передо мной, передо мной, еще раз, смотри на меня, ну, передо мной, метров 100. Ну я им СП везу. Ты можешь ее взорвать? Сейчас от меня ёбнут, и мы спи ёбнут. Ну ладно. Сейчас я тинти заложу. Уходите на метод движения. На метод движения надо найти противника, ребята. Вот берег, у тебя где-то ралик должен стоять. Нет, это Будда впереди. У меня противник. Вижу, вижу, Алик. Жива. Смотрю, как он бежит. Бежит отсюда, откуда-то. Вот я сейчас. Нашел. Опа, у меня нет заряда, единственное, что. Я иду, ну блять, я не могу тут выехать, блять. Зачем? Не вези далеко, я оставлю ее там же. Да успокойся, ты, блять, Джека. На метке движения оставь. Нельзя ее перевернуть. Она багуется, фоба, просто отлетает назад. Фоба, я смотрю прямо на фобу. Да, верно. У меня нет гранаты. На мне противник поднимает своих. Перезаряжается. У меня есть идти, Фоба. Да-да, я жду контроля. А магнитки нет, да? Магнитки нет. Ралик двинется. Все закончилось. Жека, обновлять? Подожди. Будок медик, Будок медик, убежи, у него противник. Он обходит дом с другой стороны, будто сейчас на тебя будет выходить. Так, ты не на ней, ты рядом с ней, правильно? Прямо вот смотрю на нее, она метров 5 от меня впереди. Я бегу, ты меня просто направляешь, если я не увижу ее. Я вот смотрю, вот на меня прям беги, она за заборчиком в кустах вот здесь. Направо, направо, понял. Прибегаешь, да-да-да. Прибегаешь. МСП. Гнулся один, попытался. Все взорвано. Да, Будда, все взорвано. Сзади, 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 сзади.
Надо нашим быстрее помогать на точке, на бэкьярдке. Забор, забор. У нас снизу, я думаю, заходят. Жека, у них нету танков вообще. Надо брать ФГ. Я же говорил об этом, блин. А, смотри, после смерти DVD бери ФГ, я беру. Да, я тебе дам, да, да, да. Они снизу заходят, ребята. На мне баблокрёс впереди. Понял, давай привет. Рокировку. Надо зайти сейчас на низ, зачистить. Мы точку все найдем. Мы назад отбираем. Они сейчас все снизу заходят. Что вы по своим стреляете? Так, бля, там что-то мелькало и стрельба была. Ну, был враг, да. На мне. Иду с кроссроудс к вам. Сейчас буду перепушивать ралли. Граната пошли. Глуби, Жека, на тебя беру. Проходите дальше. Вот они с города идут. МСП заблочено у нас, восточно, передай. Бла-бла, на крыше, я его сниму, уйди. Убил. На слипе умирает сверху тоже. Один, бла-бла, либо ФГшка, либо бла-бла, либо ФГшка, уйдите мне на норс наверх, чтобы ищите откуда идти. Я ушел. Окей. На метку движения заходи. Опять минометы работают. С моей стороны очень много идут. Прям по мне проходят. Понял. Уходи на пулемет. Ралли где-то будет слева от нас. Этот. Откуда идут шпрот? С севера, востока, юга? Вот куда дорога. Ралли красный. Но они сообразили, что мы к ним в спину зашли. Они, конечно, решили зачистить. Если уехали, нигде не нашел. Будьте готовы встать у меня на МСП, если я выеду на кого-то. Thank you. У них минометы стоят в разных местах, по одному. Возьми машинку с мейна и поедь, наверное, я не знаю, лучше так, наверное, сделать. Бэкьярд падает в нашу сторону. Радист, только вставай. Блять, случай. Еще минометы вроде слышу справа, близко. Я бегу. Вижу, передо мной очень много перебегает. Очень много передо мной перебегает. Все уходим на метку движения вправо. По железке не идите. Полностью вправо. Сейчас надо найти, откуда они шли. Очень много перебегало. Да мне МСП.
Водителя снял. Дивидиев, вставай на МСТ и иди на вопрос. Ищи на вопросе, что у нас на западе. Меня подняли. Поставили вопрос. Они снова сбили. Ты прям в ней? Нет, я рядом. Эрик. Я рядом. Вот прямо стою, прямо у борта. Метка верная. Жека, минометы чуть выше меня против пунктирной дороги. Ралик ко мне. Убил его, ВДК, убил его. Я взрывайте, Ралик. Жека, поставь метку, мне сейчас нужно будет, чтобы тоже потом помнить. Чуть выше к их мейну по этой пунктирной дороге. Буквально... Взорвал ралик ВДК? У меня в доме. Где еще ралик? На меня в самом низу, посмотри. Пунктирная такая дорога. Здесь? Нет, пунктир выше к мейну. По пунктирной линии. Одна клеточка вверх. Да. Примерную метку мне там поставь, чтобы я потом понимал. Ралик заблочили. Поднимаю вас, потому что сейчас истеку кровью. Поднимай, Жеку. У них еще там что-то стоит. Ралик наш красный. Сзади, сзади, сзади! Они идут с радиовышки. С радиовышки идут. Меня, блядь, МСП стоит на западе на радиовышке где-то. Они Понял. Идут оттуда. Окей. Ждите пока, ралик. Окей, жду. Пойду сейчас. Всех петушар повалил, они взорвались. Убил его, Будда. Я тебя подниму, поднимай остальные. А, Жека, мне за минометами уйти? Послушай, на МСП заре... Мы слышали, это МСП на западе, но... Нет, не... А я знаю, где они просто. Ну, если они там же и продолжают стоять, я знаю, где они. От запад, иди или нет? На запад, от, нет. На запад от МСП я слышал. Нет, не иди. Иди на запад от точки от Bad Yards. Понял. Да, ну пинг это пиздец, конечно. Да, пинг это вообще жопа. Хоть раз можно что-то на. Шаг вперед, два шага назад. На метку движения уходим все. Уже там скрутка. Я на метке пехоты сразу бегу, Жек, окей, который впереди. Нам надо зачистить вниз, откуда они заходят, и запад, откуда от метки стоят. Там ралик стоит один точно. Все, мы их всех завалили. Пока ралик не найдем. Баба... Еще южный ребят, еще, еще. А, ты там, там. Ребята, смотрите, на юго... Лопатку умрешь, уходи на Таунхолл, на Саус, на низ от Таунхолла, как умрешь, ищи там что-то. Я могу долго тут еще бегать. Уходите на бэк-ярд, мы теряем бэк-ярд. По кустам возле меня идут. Возле меня пробежался один.
На бэкет, на бэкет уходить. Бэкет. Они наши захватывают обратно. О, еще 16 минут, заебись, даже 13. А, не ссорляйся. Возле меня пробегал еще один тип, возможно, где-то здесь ралик в домах. Дымы на метке атаки. ВТК, вот сейчас перед тобой дом будет, прямо в доме в этом. Прямо перед тобой с левой руки. Угу. Какой этаж Эрик был? Он там один на первом этаже был. Я убил его. Спасибо. Метки вопроса, метка атаки. Чекайте, оттуда иду. Иду. Эрик, Эрик, близко двое, телетит. Здание. Убил. Там же? Это те были. Еще, еще, блин. Наш ралик там. Я где решил тогда без спаун, потому что тут долго можно бегать. Здание я убил. Здание я убил. Просто иди вниз, уходи вниз, бла-бла, и низом иди. Просто пытайся в ту сторону. Нижнюю точку не нашу, нас отхватили нижнюю точку, ребят. Они идут с вопросом. Командир упал, меча. Перед вами будет много пехоты. Ходи со мной. Тебе забирать? Не-не-не. Ралик 2 минуты. Новый будет. Минометы. Жека, на вопросик снова бежит отряд. На метку атаки снова выдвигается отряд американцев. Пожалуйста, поставь сюда метки. Не вставайте на ралике, новый сейчас будет. Ближе. Я слышу, очень близко минометы, и надо уже идти убивать. Тогда останусь у тебя и... Они жестко северную точку бомбят, жестко. Но пока точка наша. Да, минометы надо забирать. Баба, ты же не видел ралли? Направление. Ты услышишь, вниз, вниз от раллика где-то. Вниз и влево от раллика. Понял, слышу. Го-го-го! Жека, это канал. Я не вижу. Погиб, бежал. Убил? Эрик, что по точке? Да, нет. Точка наша пока, и северная. Нет, нет. Полет, уже. Ралик на вопросе, я думаю, где-то надо чекать будет. Там еще один с Томпсоном остался. Баба, слышишь? Нет. Бегу просто на старую метку, где они были. Да, не там, со старой метки. Впереди на дороге очень много. Там, где я тогда тебе говорил. Сейчас не могу тебе так сейчас объяснить. Надо найти ралли, который стоит в городе где-то. У нас очень мало людей в точке.
Они уже подходят с севера. А, сейчас уже захватит другую точку. Сейчас тебе помог. Разойди, Эрик. Они в моем доме внизу. Прот, там снайпер в твоей стороне будет. Осторожно. Спринтфилд. Меня убил только что. На меня где-то снайпер. Они заходят на метки движения. На вопросы надо уходить. Еще правее. Прот, они вот в этой Г-образном здании, южнее точки. Ралли, я понял, да. У них там справа стоит, но здесь надо заходить, короче. Они там через борт перелазят. А, на мне логистика, припасы и миномет взрываем. А, ну тут еще пехота успел заложить. А у них разделены надо, эти минометы. Надо пройти как можно быстрее, пройти на вопрос. Вот сюда и найти, откуда идут. Здорово. Там ралики стоят. Не с вами или дальше минометы? С нами на метку движения. Нам надо зачистить сейчас по низ. Если мы низ зачистим, пока тройка еще держится. Мы заберем там. Мы потеряли низ. Снова. На мне машина. На метку движения ходите. МСП. Прямо в ней стою. Блоч я. Блоч я бил. Жека, нет, отставить. Смотри, Жека, между мной и кроссроудом где-то ралика. Только что выбежали трое из дома. Откуда-то. Чекайте все дома. От меня до Гершкана. Гер теряем, да? Пулемет, уходи на кросс-реакс, да, теряем бэк-ярд. Надо быстрее все делать, очень долго все делаем. Все, Элик, выходи. Пройди с двойками. Меня убили, на мне пеху. В доме, да? Чех. Тварь. Все на ралике, кто умирает, вставайте на и бегите на бэк-ярд. Все, проебали. Мы очень долго бегали на этой самой. Бессмысленные были заходы в тыл. Нет, они были смысленные, только надо было быстро искать и все находить. А Котра вытянул. Да, и Котра вышел, и я вижу сразу, что типа. Здесь боя, на мне жак. Меня, если что, слышно, меня кикнули. Кто на тебе? Поэтому можете, пожалуйста, заменить командира. Ралик у тебя? Командира. На мне двое, во-первых, Кодра вылетел из-за тимкиллов, нужен командир новый. Да он зайд был. Все, потеряли мы точно. Потеряли из-за того, что Кодры не было. Он, я видел, Котра вылетел из-за тимкиллов, его забанило из-за тимкиллы. Нашел ралик.
Сколько там времени нашему ралику осталось, то не вижу. 2 минуты. Новый будем ставить. Понял. Заходите в тыл. На мне пулемет, бежит к ралику нашему. У них где-то вырез здание, ралик. У меня машинка едет. ФГшку возьмите, автоматику. Блять, умер, здесь, возьмите ФГшку. Садись, вставай на ралике, выходи полностью, сейчас нас перепушат. Кто без роли, возьмите ФГ-42, вниз листните и возьмите этот автомат. Шпрот возьми. Уже взяли тут. Я взял ФГ. Будто он в этом здании радист, блин, туда-сюда снует. Не вставайте, пока не идем. 44 текет. Блин. Ёбаный. Чайники оставил. Жека, блядь, ты меня слышишь, блядь? Жека, блядь, встань просто на базе, блядь, и не спамся там, блядь, больше на этом ёбаном ралике, блядь. Не вставайте нигде пока. Я его убил. Блядь, никто не спамьтесь, блядь, там не гевапайтесь, блядь, уже. Все. Ралик красный. Ралик. Блять, пиздец, блять, нахуй. Я думал, что у тебя уже там нету, блядь, 5 минут. Я думаю, блядь, хули у меня, блядь, тикет, блядь, заканчивается. Ребята, только не вставайте, я вас прошу. Все, кто там умер, бла-бла и ВТК. И Буда тоже, Эрик и Шпро тоже, если вас убьют, пожалуйста. Можно продержаться, только не вставайте. Эрик, можешь... Он идет ко мне, сейчас, погоди, погоди. Он сейчас своего будет поднимать. Нет, он бегает вокруг дома, бегает. Сиди, не пались, вообще не пались. Только если вот прям наверняка, чтоб если выстрелил, вообще не стреляй в другом случае. Гранату брось, если он там, ты его видишь. Снял его, снял. Отлично. Ой, ёп! Там еще возле тебя еще, есть. Еще. Вот, ныкайся, убегай. Убеги куда-нибудь. Я в здании, я в здании.
Контроль вход. Там одно здание с одним входом. Не выйти, не войти. Буда, зачем ты встал на ралике? Полторы минуты. Просто замрите и сидите, контрольте какой-то участок. Кто там, Шпрот и Будда. И все, вообще никуда не бегайте. Мы продержимся эти полторы минуты. Мы по тикетам выиграли.